Продюсер и композитор Константин Меладзе продал свой особняк в элитном коттеджном поселке Миллениум Парк на Рублевке за 350 миллионов рублей, пишет телеграм-канал Мэш. По информации издания, сейчас идет оформление всех необходимых документов. Дом представляет из себя здание площадью 700 квадратных метров с камином, хамамом, спортивным залом и итальянской мебелью. Немаловажен и сам участок на Рублевском шоссе площадью 36 соток. Главным условием покупателя особняка перед внесением задатка была полная конфиденциальность. Сделка осуществляется под наблюдением мамы Меладзе Нелли. Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал устроить бойкот покинувшим Россию звездам и не приобретать их недвижимость, напоминает Радио.НСН.